Ансамбль русских народных инструментов «Садко» был создан в 2002 году на базе Ульяновского оркестра русских народных инструментов по инициативе концертмейстера оркестра Светланы Крашенинниковой. В состав коллектива вошли ведущие солисты оркестра. За два десятилетия своего существования музыканты исполнили десятки интересных и разнообразных программ и приобрели многочисленных поклонников как в Ульяновске, так и за его пределами. Во-первых, несмотря на то, что мы как бы разного возраста, да, люди с разными характерами, почему-то вот у нас такой тандем сложился, и вот мы на протяжении 20 лет помогаем друг другу, чувствуем друг друга, как-то у нас общие интересы, общие взгляды, общие задачи. Ну вот, наверное, благодаря этому мы так вот и шагаем. Состав ансамбля небольшой, всего 4 человека, но это не мешает коллективу задевать потайные струны души слушателя музыкой. Руководитель коллектива и его участник одновременно Светлана Крашенинникова играет на домре малый, домра альт у Светланы Крайник, у Алексея Макитенко баян. Не самым маленьким инструментом балалайка и контрабасом управляет Сергей Сафронов. В творческих вечерах Садко принимают участие другие солисты оркестра русских народных инструментов. Я стала осваивать новый инструмент – звончатые гусли. И мне представилась такая замечательная возможность на юбилейном концерте ансамбля «Садко», который существует уже достаточно давно, выступить с сольным номером. Музыкальный квартет владеет разнообразным и обширным репертуаром. Это обработка народной музыки Поволжья и России, популярная классическая эстрадная музыка, оригинальное сочинение современных композиторов. Стоит отметить, что коллектив играет музыку для слушателей самого разного возраста. В репертуаре творческого коллектива есть программы как для взрослых, так и для маленьких ценителей прекрасного. «Под небом Парижа», «Ритмы Испании», «Русские картины», а также «Дюймовочка», «Кот в сапогах» и «В гости к Андерсону». В честь 20-летия ансамбля «Садко» в зале дворянского собрания прошел юбилейный концерт «Наполни музыкой сердца». В программе вечера прозвучали лучшие произведения, ставшие визитной карточкой ансамбля. «Гальяна танго для Клод», «Русская плясовая королева». Музыканты также исполнили новые произведения. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Ул Правда ТВ.